minutes free parking or $16, $17 per day. В нашем случае 7 days. That's crazy. Titanic! Ooh, look at this big cheap ship. Cheap ship. Парковка $19 в день. Парканулись. Еле, кстати, нашли место с большущим трудом. И выходим. Перед нами открывается пейзаж старинного Mary Queen корабля, а сзади наш корабль. Мы спускаемся с какого этажа, не знаю, третий. Короче, запарковались на четвертый. А если вы хотите бесплатно попасть на корабль, вот, прыгайте. Красный трачок. Вас везут прямо в номер. И одна из этих сумок наша. Привет всем! Вы на канале Leonardo the American. Кто? Вот это, вот это. Бой, а что это такая штука? Это выхлопная труба огромного корабля, называющегося Carnival Miracle. Лео, посмотри, что сзади нас. Огромный город Long Beach, длинный пляж под Лос-Анджелесом. И мы только что отчалили. And we're going to... в соседскую страну на 7 дней. А куда ты идешь? Лео, а это ретрит для всех взрослых. Здесь тусуются взрослые люди. А мы с большой скоростью едем. Тебе нравится это все, что ты видишь? Или ты еще в шоке? Лео немного в шоке. Итак, друзья, всем привет. Мы направляемся в Мексику. Поэтому будем вам показывать, что происходит. Наверное, каждый день. Если батарейка не сядет, мы вам покажем. А сейчас, Паш, пойдем наверх. Пойдем наверх. Ручку. И побежали. Мы будем кататься на этой огромной горке, да? Будешь кататься на горке водяной? Классно. Пришли, возьми карандашик. Тебе тетя дает карандаш. Thank you, скажи. Thank you. Будешь рисовать раскраски? Тетя подарила тебе. Вау. So, давай напишем твое имя. Какая буква? Какая это буква? Правильно. А вот это какая буква? Правильно. А вот это твоя любимая какая? Правильно, это Лео будет рисовать картинки. Дорогие друзья, мы ожидаем динера, и перед нами, смотрите, какой high quality, высший, даже текстура бумаги чувствуется, качество. Вина, которое мы не любим. Вот главное, выбирайте отсюда главное. Все, можете все продать. Inside. Да, короче, безлимит, а сзади нас, то есть сбоку, красивый закат солнца. Друзья, мне принесли. И оказывается, вот это мой салат. Что мы заказали, слышу. А вот это Анин салат. Я не буду, а что мы заказали? Папа нормальный бурито, что вы там заказали? Мама, такой интеллектуальный салат. Что мы заказали? А вот это какое-то издевательство. А вот в чем прикол. Браво! 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 So, это был, оказывается, начало салата. А вот сам
Салат с шоколадом. Итак, приступаем. Мы только что встретили, к нам подошел самый главный над этой столовой или над кухней, над рестораном. И он нас поприветствовал на нашем родном языке. И сказал, что... Кстати, нам пиццу принесли. Сказал, что у него подруга с Украины, Марина Мороз. И он работает в компании. Вау! Короче, Вивик его зовут. Он в компании работает 23 года. И уже на возвышенной позиции, довольно такой крутой в костюме. А сейчас нас обслуживает. Вау, картошечка! Картошка, держи. Ты голоден? Бедный ребенок. Смотри, той рукой берет это, тут кушает эти. Какая вкусная картошка? Настоящая или порошок? Да, настоящая. Дай тебе попробовать. Настоящий порошок. Итак, нашему папе принесли пищу, маме принесли пищу, неплохо. Самое самое вкусное. А мне сама вкусно. А что, классная картошка, как в Беларуси. Ане вот что там принесли. Но сейчас мне принесут самое, наверное, вкусное. Тирамису. А вот у Ани тортик. А пробуем у мамы. Айскрим. Айскрим. Обалдеть. А теперь попробуем тирамису нутелла, Лео. Вау, это самое вкусное. Это самое Вау, какой закат солнца! Вау, красота! Isn't this beautiful? Лео, смотри сюда! Здесь мы видим бассейн. Бежим к дедушке домой, побежали! Где живет дедушка? Покажите нам! И вот номер 6104. Welcome to unit number 6104. И тут живут наши дедушка и бабушка. У нас уже были, Ваня. Вау, красота! Добро пожаловать! Завтрашний schedule. А Лео, естественно, включает электрику. А вот тут раз была такая ванна, как какая-то комната почти. Да, здесь ванна небольшая, но и не маленькая. Мы покупались, уже переоделись, готовы спать. Что мы сейчас делаем? Флосим зубики. Зубики. Тебе нравится флосить? Покажи зубики. И Лео флосит, и папа флосит. Лео? Щеточка. Вот твоя щеточка. Открывай зубики. Ты включил воду. А теперь открывай зубики. Давай. Молодец. Теперь я тебе в глубину сделаю. Открывай рот сильно. Раз. Сюда. Вверху. Молодец. Ну что, Лео? Уже сколько у нас времени? Уже 9:46, пора спать. Помаши, пожалуйста, в камеру, скажи спасибо, что вы были сегодня с нами. Мы сегодня так нагулялись. А сейчас подписывайтесь на канал.
И ставьте. Что надо ставить? Подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Вот это было притворное плач. Все, лайк, не лайк. Мы такие уставшие, что я даже не знаю, что сказать.